Зеленый газон футбольного поля ровным слоем укрыл снег. Как тут не лепить снеговиков? Вот такой симпатичный снеговик стал центром внимания Дедов Морозов, собравшихся на традиционный забег. 76 участников, от совсем маленьких до ветеранов спорта, с новогодним настроением построились на беговой дорожке. Разрешите мне от лица администрации города Новошахтинска поздравить вас с наступающим Новым годом, 2019 годом. Пожелать вам всем крепкого здоровья, бодрости духа, везения, удачи, ярких вам побед, всего самого-самого наилучшего в Новом году. Старт на забег по традиции дает главный Дед Мороз. Но где же он? По сигналу хлопушки Деды Морозы вырываются вперед. Самым маленьким главный судья соревнований Мария Рукавичникова разрешает пробежать один круг. Задание для опытных бегунов – 2019 метров. Всем добежавшим до финиша вручали медали. А сотрудники пожарной охраны решили еще раз напомнить школьникам о безопасности во время зимних каникул. Чтобы не забыли, еще раз повторили. Получите сейчас по памяти. Хорошо. Да. Получаем, считаем. Всем желающим разрешили посидеть в кабине пожарной машины. Победителей в этом забеге не было. Каждый Дед Мороз выбрал себе дистанцию по силам. Главное, что все участники – ярые сторонники здорового образа жизни.